Jaya Gopi Janavalava Girivaradhari Jaya Gopi Janavalava Girivaradhari Gopi Janavalava Yashoda Nandanam Braja Jana Ranjana Yashoda Nandanam Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bidhari 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 Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradha Yashoda Nandanam Braja Jana Ranjana Yashoda Nandanam Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hari Ram, Hari Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Ram, Hari Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Ram Ram. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Харе Кришна. Итак, преданные, у нас на доске написан 29 стих, но вчера по, как сказал Сиддхартха Прабху, по дозволению свыше, Сиддхартха Прабху закончил на 25 стихе. Поэтому его милость Рамешвара Прабху мне сказал прочитать с 26-го, мы читаем сейчас, до 31-го. Вот, то есть не с 29-го, а ну, чтобы потом остальные лекторы как бы пришли в то, что они подготавливали заранее. Итак, поэтому я, скорее всего, прочитаю с 26 стиха по 29 сам, потому что, да, у вас нету как бы на доске, и уже с 29 прочитаем все вместе. Так. Итак, песнь 8, глава 15, текст 26. Найнам кашчит кутовапи противьятхум адхишвара пибан ива мухенедам лихан ива дишо даша дахан ива дишо дрибхи самвартабитаргнир и водхита. Во всем мире нет никого, кто был бы способен противостоять в военной силе Бали. Кажется, будто он намерен выпить всю вселенную своими устами, языком слезать все 10 сторон света, а очами предать всю вселенную огню. Воистину, он похож на всепожирающий огонь Самвартака. 27 стих. Брухи каранам этасья дурд. Харша твасья мадрипо, аджасахо балам теджо, ятаетат самудьяма. Милостиво поведай мне, в чем источник силы, могущества и непобедимости Махараджа Бали? Благодаря чему он вдруг преисполнился такой решимости?
Это Господь Индра спрашивает у Брихаспати. Шри Гуру Вача Джанами Джанами Магаван Чхатрор Унатер Асья Каранам Шишья Йопабхритам Теджо Бхри Бхри Губхир Брахма Вадибхи. Брихаспати, духовный учитель полубогов, сказал: «О Индра, мне известна причина могущества твоего врага. Это брахманы, потомки Бригумуни, довольные своим учеником, Махараджей Бали, наделили его необычайной силой». Комментарий его божественной милости Ачарья Шримати. Брихаспати, духовный учитель полубогов, объяснил Индре: Бали и его войско никогда не смогли бы обрести такую силу обычным способом. И похоже, что брахманы, потомки Бригумуни, довольные Махараджей Бали, наделили его духовной силой. Иначе говоря, по словам Брихаспати, своей силой Бали был обязан не самому себе, а своему могущественному гуру Шукрачарье. Мы каждый день поем молитву «Яся прасадат бхагават прасадо, яся прасада нагарти кутопи». Удовлетворив духовного учителя, человек обретает необычайную силу, помогающую ему духовно развиваться. Благословения духовного учителя более могущественны, чем наши собственные усилия, направленные на достижение духовного совершенства. Поэтому Наратама Даст Хакур говорит: Гуру Мукха Падма Вакья Читете Кориякья Арана Корихо Мане Аша. В первую очередь, ради духовного развития нужно исполнять высшую волю духовного учителя. В первую очередь. Так, по цепи парампары, человек может получить изначальную духовную силу, исходящую от Верховной Личности Бога. Эвам парампара праптам имам раджар шайо видху. Итак, а теперь текст, пословный перевод и перевод Его Божественной Милости Ача Бхактивиданта Шрила Прабхупады мы читаем все вместе. 29. Да. О джазвинам балим джетум на самартхо. А джазвинам балим джетум на самартхо астикашчана. На самартхо астикашчана. Бхавадвидхо бхаванвапи. Вирджайте твешварам харим. Вирджешьяти на копинам. Брамате джа самедхитам. Насья шакта пурастхатум. Кридна крид. Тантасья ядхаджана. Аджазвинам балим джетум. На самартхо стикашчана. Бхавадвидхо бхаванвапи. Варджаитеш твешварам харим. Виджешьяти на копиенам. Брамате джа самедхитам. Насья шакта пурастхатум. Кританта ядхаджана. Аджасвинам балим джетум.
на самартхостикашчана. Бхават видхо бхаван вапи. Варджайтвешварам харим. Виджайтвешварам харим. Виджешьяти на копьенам. Браматеджа самедхитам. Насья шакта пурастхатум. Кританта-сья ядха-джана. Может, кто-то хочет из Прабху? Часвинам балим джетум. Часвинам балим джетум, на самартхости кашчана, бхават видхо бхаван ваби, варджайтешварам вахрим, виджешьяти на копьенам, раматеджа самедхинам. Насья шакта пурастхатум, кританта-сья ядха-джана. Матаджи хотят? Часвинам балим джетум, на самартхости кашчана. Навадхадвапи. Варджайтешварам харим, вирджешьяти на копинам, браматеджа самедхитам, насья шакта пурастхатум, кританта-сья ядха-джанам. Чай. Итак, пословный перевод. О джазвинам могущество, балим царя Бали, джетум победить, на не, самартха способен, асти есть, кашчана кто-либо, бхавадвидха подобный тебе, бхаван ты, господин. Ва апи тоже. Варджаятва исключая. Ишварам верховного повелителя. Харим верховную личность Бога. Виджешьяти победит. На не. Кахапи, кто-либо, энам, этого Махараджу Бали, Брахматеджа Самедхитам, наделенного Брахматеджасом, необычайной духовной силой. На не, асья, его, шакта, способен. Пура впереди, стхатум устоять, кританта-сья ямараджи, ядха как, джана люди. Перевод того, что мы так долго читали, его божественной милости, а через с вами прошил Прабхупады. Ни ты, ни твои воины не смогут одержать победу над могучим героем Бали. Никто, кроме верховной личности Бога, не в состоянии одолеть его, ибо он
наделен высшей духовной силой – Брахма-теджасом. Перед силой Махараджи Бали невозможно устоять, как невозможно сопротивляться силе Ямараджи. Так, текст 30 я прочитаю сам. Тазмам нилаям утсриджья юям сарветри виштапам ята калам пратикшанто ята шартрор випарья. Поэтому вам лучше покинуть райские планеты и где-нибудь спрятаться. Оставайтесь там до тех пор, пока положение вашего врага не изменится к худшему. 31 стих. Эша випра бало дарха сампрати урджита викрамаха тешам эва паманена санубандхо винакшьяти. Сейчас Махараджа Бали необычайно силен благодаря благословлениям брахманов. Однако позже он нанесет брахманам оскорбление и вместе со своими друзьями и сподвижниками будет повержен. Комментарий. Махараджа Бали и Индра были врагами. Поэтому, когда Брихаспати, духовный учитель полубогов, предсказал, что Бали будет повержен после того, как оскорбит брахманов, по чьей милости он обрел могущество, враги Махараджи Бали, конечно же, загорелись желанием узнать, когда придет этот счастливый миг. Что-то напоминает. Брихаспати, желая успокоить царя Индру, заверил его в том, что время это, несомненно, придет, ибо он видел, что в будущем Махараджа Бали пренебрежет указанием Шукрачарьи ради того, чтобы доставить удовольствие Господу Вишну в образе Ваманадевы. Безусловно, говорит Шрила Прабхупада, ради прогресса в сознании Кришны можно пойти на любой риск. Ради прогресса в сознании Кришны можно пойти на любой риск. Махараджа Бали дерзнул ослушаться наставлений своего гуру Шукрачарьи ради того, чтобы удовлетворить Господа Ваманадеву. Из-за этого поступка он лишился своего достояния и все же, благодаря преданному служению Господу Махараджа Бали, получил больше, чем ожидал. И в будущем, в восьмую Манвантару, он вновь займет престол Индры. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стхапитам Йена Бхутале Сваям Рупака Дамагьям Дадати Свападантикам Ванчакалпатарубхьяшча Крипа Синдхупья Эйвача, Патитанам Паванебхьо, Вайшнавебхьо Дамо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Бринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштатья Дешатарине. Спасибо вам большое за возможность послужить Его божественной милости Бхактивинода Прабхупаде Кришне в образе литературного воплощения и Гурудеву. Итак, что же у нас здесь произошло? Во-первых,
До этого была история с нектаром, и они пахтали, да, океан, целое такое огромное мероприятие, все напряглись. И что же получилось? По большому счету, все пришло на круги своя, с чего все начиналось, только к этому и пришло. То есть опять и снова демоны и полубоги воюют между собой. Харе Кришна. Вот, и что ж такое? Нектар, получается, не сработал или сработал, но это не панацея от всего, что происходит. Потому как все равно есть у них страдания, есть постоянные проблемы от тех же полубогов. А истинная панацея, какая истинная панацея в нашу эпоху от всего? Служение. Да, в образе святого имени. Да, служение Дмитрия Петровского. А именно Санкиртана, да, который дал Шри Чайтанья Махапрабху, Маха-мантра. Это панацея от всего вообще. Да, как бы. Вот, можно достичь любого благословения Верховной Личности Бога, быть удовлетворенным. Шри Шри Нитай Гаура Чандра Ки Джай. Шри Шри Джаганнат Шабхадев Шри Субхадра Ки Джай. А вот и они. Итак, вот, к примеру, не только что мы пели киртан и были настолько погружены и все счастливы, просто это было что-то невероятное. Вот. Поэтому истинный преданный освобождается от всех тревог, погружается в неимоверное блаженство, просто воспевая святые имена Господа и таким образом служа и удовлетворяя Его, он может получить освобождение от всех треволнений этого материального мира. И хотя Амрита, в свою очередь, продлила значительно всевозможные возможности жизнедеятельности полубогов, тем самым она и продлила их волнения и страдания в этом мире. И в конечном итоге они опять оказались у разбитого корыта. И история опять продолжается, и они продолжают мучиться и страдать от волн приходящих страданий этого мира. Потому как в Бхагавад-гите 8.16, да, говорится, что этот мир, все планеты материального мира, от самых высших до самых низших, это юдоль страданий. И нигде и никому не удастся устроиться обрести удовлетворение и успокоение. Харибол. Вот, видите, не удастся. Вот. Но мы находимся в трансцендентной обители, прямо здесь сейчас, занимаемся нужным делом, так что в любом случае мы в более безопасной сейчас ситуации, чем остальные. Но, говорит Кришна, того, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Вот. И полубоги, им нужно отдать должное полубогам в том, что они в чем как бы преуспели, в том, что в по-настоящему критических и сложных ситуациях они не паникуют, не начинают там сами хаотично в панике пробовать все возможные методы, объявляя там СВО, полную мобилизацию, там и все дела, закрытие границ. Они в первую очередь идут
к своему духовному учителю, к Брихаспати, в сложной ситуации они идут к старшим, идут к духовному учителю, чтобы понять, что нам делать в данный момент, что это за лила, что происходит. И Брихаспати, в свою очередь, им говорит, что дело не в том, что у нас недостаточно там F-16, патриотов и систем Patriot и ракет и всего остального. То есть не дело в этом. Дело в том, что могущество Бали напрямую связано с благословлениями возвышенных преданных, да? Ну, преданных, духовных личностей, браманов. И, конечно же, его духовного учителя. И поэтому, как бы он говорит, что это воля Кришны в данный момент. И поскольку это воля Кришны, мало что мы можем сделать в данный момент. И я бы мог приводить, в принципе, много красивых философских примеров того, как когда наделяет гуру благословлениями, какого могущества может достичь преданный, но я их не помню, поэтому скажу то, что я помню. Итак, а это, к примеру, чтобы далеко не ходить, да, вот в нашем мире, совсем недалеко, это Шрила Прабхупада, да, то есть того благословения, которое он получил от своего гуру, он даже сам не понимал, как это сделать. Это какое могущество надо иметь. Ну, он распространил во всем мире просто то, что не удавалось никому до него. И благодаря ему мы сейчас вот и изучаем все это. Вот, то есть он сделал просто невероятное во всех отношениях. И в материальном, и самое главное, в духовном отношении. И с его учениками, его ученики, да, Шрила Прабхупады, тоже просто по благословению Шрила Прабхупады, они делали просто что-то невероятное. То есть они сами поражались, как, а как это получилось? Ну как это? Вот. И даже с учениками учеников Шрила Прабхупады, то есть, да, прежде всего я хотел еще сказать, что, вот, к примеру, Гурудев, он проповедует по всему миру, у него столько историй просто, которые... с которыми он просто должен был уже несколько раз оставить тело, там его и резали, и стреляли, и все что угодно случалось. И однако он просто выполняет миссию своего гуру и творит просто какие-то невероятные вещи. И даже ученики моего Гурудева, как и, я думаю, ученики многих, то есть, ну вот я знаю лично примеры, которые просто вот, ну, мы знали, ну, скажем так, нашего друга, знакомого, который был, ну, в ужасном состоянии, скажем так. То есть даже мы думали, что уже как бы он не выпутается из сетей Май. Однако сейчас, по милости гуру, он просто один из самых близких его спутников. И спасибо большое. И помогает каждодневной его миссии. И мы все просто в восторге. Как? Ну как? Просто такую милость получил. Просто, ну как бы, просто это буквально две разных личности. И Брихаспати наставляет полубогов, что он говорит, что так же, против, как против силы Ямараджи, невозможно противостоять. Почему? Потому что никто не может противостоять самой смерти и тому, кто ей управляет, да, против Ямараджи. Почему? Потому что это энергия Господа, это воля Бога. И потому как эта энергия и воля Кришны, в данном случае Брихаспати, как истинный трансценденталист, видит, что все это происходит по воле Кришны. И поэтому он и говорит, что никто, кроме самой Верховной Личности Бога, не сможет одолеть Бали Махараджа.
потому как он не делает ничего, что противоречит как бы его дхарме в данный момент. Ничего дурного. Поэтому сама дхарма Кришна в данный момент его защищает в виде Брама Теджаса и благословений полубогов и его духовного учителя Шукрачари. Но поскольку Брихаспати понимает, что всем свойственно ошибаться в этом материальном мире, и он предвидит, что вскоре в силу своей забывчивости, благодаря кому он получил все эти силы, и, может быть, да, некой такой гордости своего могущества, он рано или поздно совершит ошибку и благодаря которой полубоги смогут воспользоваться. И Шрила Прабхупада нам говорит, что любой пост и любое положение в этом материальном мире очень шаткое. Поэтому неприятности ждут нас на каждом шагу, какое бы положение мы ни занимали. И Брихаспати не просто так говорит Индре об оскорблении и благословлении гуру. Да, как бы у самого Индры уже есть опыт на этом пути. Да, помните историю, когда Индра, будучи в окружении на своей планете небожителей, прославляемый всеми, в какой-то момент зашел его духовный учитель, и он просто в этот момент не выказал ему должного почтения, не поклонился ему. В этот момент Брихаспати просто, он его не проклинал, он просто ушел оттуда к себе домой. И хотя Индра, он понял как бы свою ошибку, он стал там в присутствии всех говорить о том, что как же так, типа я такой вот негодяй, посыпать себя пеплом и каяться, и пошел домой к своему Гурудеву, чтобы принести ему свои поклоны и извиниться. Брихаспати, видя все это, ну как бы предвидя все это, стал невидимым и просто недосягаемым для Индры. Вот. И благодаря, нет, не благодаря, а из-за этого он потерял всю свою силу. И тогда опять-таки полубоги стали нападать, порабощать, как обычно, полубогов. И тогда они опять-таки пошли к Брахме, стали просить, что делать. И Брахма им сказал, что вот есть такой-то преданный, как его звали, Вишварупа, Браман Вишварупа, и он вам сможет помочь. Но смотрите, дело в том, что он благоволит и демонам тоже. Вот. И что, опять-таки, в чем интересная история, что он, они пришли к нему, попросили у него помощи. Он их буквально спас, дав им Нараяна Кавачу. И полубоги победили демонов. Индрадев, ну, как бы захватил обратно, ну, восторжевал опять, да, как бы обрел опять свое могущество, и они опять взяли верх над демонами. Но опять-таки, что случилось? Из-за того, что Вишварупа, в свою очередь, давал какую-то часть плодов его яги демонам, Индрадев, когда об этом узнал, он просто пошел и убил этого брамана, который его буквально спас. Вот. Ну, потом там целая большая тоже история, сейчас не будем ее затрагивать. Короче, я хотел сказать о том, что Индрадев
как бы у него есть опыт в благословениях и проклятиях гуру. И, скорее всего, вы, может, меня поправите, Брихаспати четко, так четко предвидел, что Махараджа Баля слушается Шукрачарью, потому что он видел, как рыбак, как говорится, видит рыбака, а преданный видит преданного, что в данном случае Махараджа Бали при виде Верховной Личности Бога в образе Вамана Девы поймет, как в свою очередь понял, кто Друва Махарадж. Да? То есть история немножко похожая, то есть Друва Махарадж тоже, когда увидел, он понял, что все его материальные желания и амбиции – это просто осколки битого стекла по сравнению с бриллиантом того счастья, которое обретает живое существо, удовлетворяя Кришну. И в лице Бали Махарадж мы можем видеть уникальный пример того, что, ослушиваясь прямых наставлений своего духовного учителя, но в пользу Кришны, человек получает благо, но благо получает духовное, не материальное. В материальном плане он может все потерять. Такого человека это уже как бы совсем не беспокоит. И таких примеров, когда ради духовного прогресса и мы можем как бы видеть тоже очень много, если далеко не ходить, да, тот же там Друва Махарадж, Рупа и Санатана Госвами, Рагунатха Дас Госвами, Наратам Дас Тхакур, которые занимали очень возвышенное положение, очень были очень богаты, из очень богатых семей, однако они не понимали даже ценность всего этого богатства, им казалось, это просто какая-то бессмысленность какая-то. И в одной и той же ситуации и преданные, и непреданные действуют абсолютно по-разному, и у них разный исход. То есть, вот, к примеру, тот же Хираньякашипу, он тоже правил всей вселенной, но при виде преданного и верховной личности Бога он не склонился перед ним и не начал как бы ему предлагать все, он начал с ним воевать. А здесь же тоже предводитель демонов, Махараджа Бали, тоже имея абсолютно все, предложил ему при виде его, хотя он знал, осознанно, он понимал, что это Бог, что это Кришна. И пошел против наставлений Шукрачарьи и все-таки предложил ему все, и выполнил его желание. И даже самого себя, как бы, да, он полностью предал к стопам в буквальном смысле Вамана Девы, дав ступить на свою голову. И благодаря этому он стал поистине удовлетворен и счастлив. И получил все возможные блага. В отличие от того же Хираньякашипу, который обладал всем и всеми, и в принципе не был удовлетворен. Если бы он был удовлетворен, стал бы он что-то доказывать пятилетнему мальчику. Да, как бы, ну. Поэтому истинное удовлетворение можно получить только благодаря милости Кришны. Таким образом, еще что выделяет здесь Шрила Прабхупада в комментарии, что как истинный преданный, не страшась быть в конце концов, поверженным в материальном смысле, потеряв все, да, и даже быть проклятым своим гуру Шукрачарьи, идя на такой бешеный риск, он все-таки ослушался своего гурудеву. И несмотря на светское положение, которое он мог потерять, на одобрение своих односельчан, с которыми он был. Вот. То есть, несмотря на все это, он пошел на огромный риск. И
благодаря этому, опять-таки, достиг, да, уже в следующей манвантаре он получит это положение, которое он получил, что опять-таки говорится, подтверждается в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что на этом пути, на пути преданного служения, вы ничего не потеряете. То есть он обрел царство Индры, обрел могущество над всеми полубогами, но потом предложил это верховной личности Бога, в свою очередь, помимо того, что его гуру был против, и в конце концов он ничего не потеряет, как Друва Махарадж, он получит то, на что, в принципе, претендовал. И мне понравилась одна история, я никогда ее не слышал, но я ее услышал из лекции Модана Мохана Прабу. И там он рассказывает как раз вот о риске, на который можно идти благодаря проповеди. И он рассказывает историю, как Шрила Прабхупада предлагал Харикеше с вами поехать в Советский Союз проповедовать. В какой-то момент он ему предложил поехать туда и проповедовать. И на это Харикеша с вами в тот момент ему сказал: Шрила Прабхупада, как же я там буду жить, как же я буду проповедовать? Там они же едят одно мясо. Там одно мясо, как я там буду жить? Он говорил: ешь мясо и проповедуй. На что Харикеша с вами сказал: ну, Шрила Прабхупада, как же мое сознание? К черту твое сознание, проповедуй. Такая вот история. То есть все ради проповеди. Уже в эту эпоху Санкиртана Ягья, да, как бы проповедь, основная деятельность преданного – это проповедь. И таким образом мы удовлетворяем гуру, выполняя его прямые наставления, да, как бы если это прямые наставления, вот, истинного гуру, истинного преданного. Вот, и таким образом, естественно, мы автоматически удовлетворяем верховную личность Бога в образе Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанды и Панча Таттвы, которые воплотились в эту эпоху, чтобы спасти все последующие. Пожалуй, я на этом закончу. Оставим время для возможных исправлений, дополнений и, может быть, несложных вопросов. Кришна. Да, вот Тарун Кришна Прабу хотел нас. Несложных вопросов. Нет, несложных. Смотрите, брахманы — это те люди, которые знают священные писания и находятся в гуне благости. Но мы видим из истории, что при поддержке брахманов демоны совершают гнусные поступки. То есть, другими словами, они начинают убивать там или разрушать все. Что это за такие брахманы, которые вот не поддерживают Господа или принципы божественные, а вот именно покровительствуют тем, кто совершает разрушение? Кто хочет ответить на этот удивительный вопрос? Кастовый. Вот сейчас Яшода Кумар хочет ответить. Уже, в принципе, ответил. Есть. Итак, наш ответ. Это кастовый. Браво. Итак. А теперь правильный ответ. В ведическом обществе кастовых брахманов еще не было. Да, видите, ваши деньги уходят знатокам. Итак, сложный вопрос. Это получается, брахманы они же трансценденталисты, в конце концов, тоже, но имперсоналисты, да, получается, как
Давайте порассуждаем на эту тему. То есть почему? И это же, между прочим, там говорится, что это сыновья Бригумуни. Да, Бригумуни, он, ну, как бы наступил своей лотосной стопой на грудь самого Вишну. То есть и получил, ну, такие благословения, все дела. То есть, ну, как, получается, его сыновья, ну, сделали такое? Это, ну, разве что это лила, как бы, ну, только так я могу это объяснить. Тарун Кришна Прабху, ответьте. Шукрачарья, он, по сути дела, даже мы знаем историю с Ламанадевом, он, или дальше будем изучать эту историю, он же ж понимал, кто такой Господь, он же ж его узнал. Да. Но есть браманы, которые, понимая это, все-таки их ценность, или шукрачарья, шукра означает семя, тот, кто сосредоточен на материальных кармических ритуалах. То есть такие браманы, которые, и они зависят от материальных благ, то есть другими словами, они стараются жить здесь хорошо в этом мире, и найти какое-то удобство, поэтому они используют все возможности для этого. И демоны зачастую помогают им реализовать их желание наслаждаться в этом мире также. Но они благости, и что? Демоны или кто власть? Браманы. Они в благости могут находиться, но наслаждаться никто им не запрещает. На райских планетах у них благости люди наслаждаются. Ох как. Они так устроены, что Шукрачарья, на самом деле, Кришна говорит, среди учителей демонов я Шукрачарья. Есть определенный принцип во Вселенной, который хочет Господь донести нам, что если живые существа, независимо от своей природы, не действуют в соответствии с авторитетами, их всегда будет преследовать неудача. Поэтому даже демоны должны быть какой-то авторитет, которому не следуют. И поэтому Шукрачарья играет такую роль гуру. Джай. Гранхараджа Шримад Бхагаватам Ки Джай. А, подождите, есть еще. Есть еще вопрос, Матаджи. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна. Вы сказали, что Бали Махарадж совершил ошибку, когда слушался своего гуру из гордости. Из гордости, или как-то он совершил ошибку. Но Бали Махарадж, мы знаем, он был преданным. И чтобы удовлетворить Ваманадева, он пошел на этот риск. Так совершил ли он ошибку из гордости, когда слушался? Да. Здесь говорится о том, что он совершил ошибку в том плане, как вот объяснял только что Тарун Кришна Прабху, с позиции, с материальной точки зрения, то есть, да, как бы, то есть он ослушался прямого наставления своего гуру, потому что в тот момент ему Шукрачарья, его гурудев, прямо сказал, что как бы, ну, не делай этого, потому что это, ну, бог. Вот, это не простой браман, это не простой мальчик такой прекрасный, это сам бог, и он от тебя заберет все, чего мы достигли, этого могущества, этого превосходства, всего, чего мы достигли. Мы сейчас это все в секунду, в миг потеряем. Вот. И вот с этой позиции, как бы, да, он совершил ошибку с материальной точки зрения. Опять-таки, как своего гуру, да, как бы это, ну, как бы везде пишется, что не ослушаться гуру, ты автоматически теряешь все достояния, которые у тебя есть. Единственное исключение в этом, это когда ты, как в примере Бали Махараджа, Харе Кришна, это то, что он ослушался
его не ради собственного удовлетворения, ради собственной наживы, а наоборот, Харе Кришна, ради того, чтобы удовлетворить Кришну. Но мы же имеем в виду духовную причину, нематериальную, вот для нас. Как бы. Значит, это же не была ошибка и не была из гордости. Или гордость была у Бали Махараджа? Как я понял из лекции Модана Махана Прабху, он говорил еще о том, что в какой-то момент Бали Махарадж немножко возгордился. Немного возгордился своим положением, и в тот момент, когда Господь Ваманадев попросил у него три шага земли, он стал как бы говорить: да как, я ж такой вот всемогущий, и у меня есть целая вселенная, проси большего, даешь объемы, давай больше. Вот, и в этот момент, как бы, ну, как я понял, как бы, вот, был такой вот момент, как бы, вот. Но ради своего духовного прогресса, поскольку он махаджан, да, как бы Бали Махарадж это один из махаджан, он в конце концов сделал правильный выбор. Он понял, что нужно сделать ради своего истинного блага, ради истинной ценности и духовного прогресса. А чего, в принципе, ну, как бы... Что за вид? Харе Кришна! Хари Бог! Хари Бог! Джай! Спасибо! Харе Кришна! Ган Хараджа Шримад Бхагаватам Ки Джай! Шапрабхупада Ки Джай! Да успокоятся все демонические существа.